Всем привет! Следуя осенним трендам показывать, что прикупили для школы, мы решили тоже делать такое видео. Значит, что мы купили? Много мы не покупали, вот как видите, вот это все наши школьные покупки. Всякие там краски, пластилины и прочая ерунда у нас еще в избытке. Альбомы и все такое. Ну, я много не покупаю. Господи, все можно купить. Ну, вот тетради просят приносить заранее. Подписанные уже, поэтому вот мы их тут подзапасли. И с того года еще учительница сказала, много осталось. Поэтому много не надо. Буквально по 5 штук, но мы уже успели ухватить в клеточку 10. А этих мы взяли немного совсем. Тетради, вот заметила, что многим не разрешают тетради цветные. Ну, у нас никаких ограничений нет, поэтому мы набрали вот всяких с квашечками. С какими-то тут единорогами. Тут с русалочкой, которая катается на черепахе. Одна единственная тетрадь. Такая простая, без всего. И опять единороги. Хогвартс. Ну, даже, по-моему, не 12 листов, а толще. Такие мышки милые. Рыбки, как бы аквариум такой, с каким-то жутким динозавром. С милой собачкой. Картинка по мотивам холодного сердца. С лисичками, со множеством лисичек. Енотик, влюбленный, судя по его виду. Это вот такой дневник. Дневник мы выбирали, я не знаю сколько, очень-очень долго. Наверное, полчаса мы простояли возле этих дневников. Нам нравились все, то и такой, такой, такой. Потом мы выбрали, наконец, вот этот стоимостью 349 рублей. Мне там, правда, и другой понравился. Ну вот, в общем, я предлагала, Инна предлагала. О, целая эпопея была выбрать этот дневник. Такое разнообразие. Мы вот купили этот с кожаной обложечкой. Мы его еще, вот видите, не открывали. В такой упаковке есть. Потом пенал. Тут глиттер какой-то. А с этой стороны он весь вот такой розовый, блестящий. А внутри... Сейчас посмотрим. Ну, вот такой внутри. Инна любит такие, чтобы можно было сюда ручечки положить, карандашики. Так, еще один пенал-тубус. Это мы просто фикс-прайс купили. Мьюзик написано. Сюда мы кладем всякие цветные карандаши, фломастеры. Ну, то, что не входит вот в основной пенал. Так. Это папка. Что-то мы, наверное, не знаю, зря такую купили. Не знаю, можно ли эту штуку достать. Сейчас посмотрю. Как купили, так все и лежит, даже не открывали. Так, ну вот эту штуку убрать нельзя. Она тут вшита. Картинка красивая с фламинго. Инна выбрала. У нее теперь любимая тема фламинго. Поэтому вот. Ну, хотя в школе еще лежит одна под тетради, под всякое там. Там же у них папка лежит для уроков технологии. А эту я не знаю даже, зачем мы купили. На всякий случай. Ну, тетради обычно там складывают, дневник. Ну, пусть тут такие будут тоже, да, ведь пригодятся. Так, что еще мы купили? Еще мы купили вот линеечку. И еще у нас с того года такая классная деревянная линейка с кошачьей головой. Ну вот велено было купить по размеру пенала. Не знаю. По-моему, мы... Конечно же, мы не уложились. Ну ладно. Бог с ним. Линейки тоже где-то у нас еще целая куча есть. И длинных, и коротеньких. Карандашик. Еще карандашик. Ручка с фламинго. Ну как раз это теперь у нас тренд прям. И еще карандаш. Даже не знаю, зачем мы их набрали. Нам они просто понравились. Красивые. Вот.
И ручки. Ручка с зайками, по-моему, да? Тут такая девочка. И тут пингвинчики. И с головой. Вот. И еще мы купили вот такую магнитную закладку. Это как она группа-то вот называется? Не знаю, как правильно прочитать. Один из ее участников, значит. И еще мы купили пару магнитных закладочек. Ну, не стала их доставать. Убрала уже. Такие простенькие. С новогодней тематикой. Котенок там шуршит. Это Луна успевает. Украла мешок. И мою заколку. Луна. Ну, очень умно. Он уже что-то тут накрошила. Ладно. Надо прибирать, значит. Вчера она утащила очки. Муж пришел с работы. Где мои очки? Где мои очки? Они ему для работы-то как-то бы и не нужны. А вот дома он читает в них. Он пришел, ищет. Вот, у него тут корзинка такая стоит. И там у него пульт от телевизора. Всякое там это эспандер лежит. В общем, все, что ему тут нужно под рукой. И очки там же, вот нет очков. Уж мы искали. Нигде нет. Потом оказалось, что они почему-то в коридоре на полу. Они такие без оправы. Не видно даже. Мы решили, что, наверное, Луна утащила. Кто еще бросит очки на пол в коридоре? Он только читает у них, поэтому взять куда-то их он не мог. Луна, покажись. Покажись, какая ты красивая. Красивая, очень-очень кусачая. Ой, просто она мне всю руку изгрызла. Ладно, надо скорее всего убрать, пока она не принялась играть еще этим. Ой, все. Пока-пока. Ой, Луна.